Министерство строительства и ЖКХ ЛНР для удобства жителей республики запустило работу интернет-приемной. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. В сообщении говорится, что обращения граждан, оформленные надлежащим образом и отправленные через представленную на сайте интернет-форму, регистрируются и подлежат обязательному рассмотрению в установленные законом сроки. Ответы на заявления, поданные через интернет-приемную, предоставляются гражданам в виде письма на электронный почтовый ящик заявителя. В обращении обязательно должны быть указаны фамилия, имя, отчество, почтовый, электронный адрес, суть поставленного вопроса, замечания, предложения, жалобы или просьбы. Интернет-обращение должно содержать номер мобильного или стационарного телефона.